Христос воскресе! Итак, у нас с вами покаянная тема выступает на главное место. К тому же после собора Иоанна Предтечи, после крещения Господня, там кроме Сретения больше ничего не остается, там впереди уже Великий пост. Итак, напомним несколько главных мыслей сегодняшних. Есть такие места в Писании, которые для нас являются такими темными кусками. Такими, в частности, вот колено Израилево, их взаимоотношения между собой, кто из них кто. Обычно мы на это не обращаем внимания, это очень интересно. На самом деле там есть очень много пророческого и поучительного. Потом расселение земли по коленам, когда они зашли в землю обетования. Допустим, уже одно то интересно, что колену Левия, которое имело священничество потомственное, Господь не дал земли. Разделил, нарезал Моисей по повелению Божию землю на колено, а Левию не дал земли, сказал, что я земля ваша, у вас не будет удела в земле израильской. И все остальные колена должны были, так сказать, питать колено священническое. Ну и там вот эти сегодня поминаемые Завулон и Нефалим. Я вам даю такую наводку, там сегодня в апостоле, в послании к Ефесянам, 4 глава. Там читался такой отрывок небольшой, там, значит, где говорится: «Восшел на высоту, пленил плен и раздал даяние человекам». И там Павел пишет, говорит: «Восшедший, он же и не сшедший». Такое довольно такое сложное для простого человека местописание. Говорит о Христе, что он снисходил вначале в преисподние земли для того, чтобы там благовествовать спасение духом, заключенным в темницах. Потом он же и вошел на высоту, пленил плен, то есть связал князя воздушного и дал дары человекам. Это Павел цитирует, значит, Псалом 67. Пожалуйста, попробуйте запомнить. Его нужно будет прочесть. Это очень темный псалом. Такой темна вода в облаках воздушных. Такой тайный псалом, такой сокровенный. Из него многое взято в богослужение. Например, благословение при чтении Евангелия: «Господь даст глагол благовествующим силу и многою». Это взято из 67-го псалма. И там поминаются князя Завулона, князя Нефалима, далеко еще до Рождества Христова. Это псалом напоминает о путешествии в пустыне, о славе Божией. Такой пасхальный, такой таинственный псалом. Значит, я почитайте его. Там, по-моему, там вот этот «Да воскреснет Бог, расточаться в рази Его». Эти слова встречаются, значит. И вот он цитирует оттуда, значит, это слова. Скажите мне, пожалуйста, так по-русски говоря, нужен нам этот Завулон? Нужен нам этот Нефалим? Они вроде нам не нужны совсем, эти еврейские колена, там, это разделение палестинской земли, ну, вроде бы, правда? Да зачем оно нам надо? Но вот должен вас разочаровать. Оно нам надо. Потому что на отношениях Бога и Израиля можно проследить взаимоотношения всех народов с Богом потом. И все, что прописано в книгах, как там тоже у того же святого Павла пишется, что вся сия в наше наказание быша. То есть он пишет там про книгу «Исход», про книгу «Чисел», про путешествие в пустыне. Говорит, а все это было в назидание нам. То есть все эти книги Старозавет написаны для нас. И вот напомним еще раз с вами о том, что там были такие для нас, такие, значит, далекие для уха нашего, такие колена, Завулон и Нефалим. Вот. Там еще был такой Иссахар, тоже скажу попутно, чтобы не забыть. Мы про эти колени находим, когда Яков умирал в Египте. Помните, Яков пришел в Египет, спасаясь от голода. А там был проданный в рабство, уже возвысенный Богом на большую высоту, Иосиф смиренный. Иосиф целомудренный и праведный. Он уже был неузнаваемый, ибо он носил на себе все этот грим, макияж фараонский. Эти все одежки египетские, они его не узнали, а он их узнал. Это трепетная страница Писания. Потому что Иосиф – это образ Христа. А его сродники, его продавшие его, это образ евреев, которые Мессию не узнали. А он их узнал, он там плакал, как бы, говорит, да я Иосиф, брат ваш, там они его узнали. И вот там потом, когда Яков умирал в Египте, престарелый отец, то, значит, он произнес благословение на все 12 своих сыновей, на все колени свои. Это очень важные благословения. Это в самом конце книги «Бытия».
Это надо прочитать. Это очень, во-первых, красиво, во-вторых, важно. Там есть пророчество о колене Дана, о колене Антихриста. Там есть пророчество об Иуде, о колене, из которого Христос воссиял. Так там Яков такие важные вещи там сказал. А потом благословение коленям еще произнес Моисей, тоже перед смертью, в конце книги Второзакония. Запоминайте это все. Это вроде бы такая китайская грамота, на самом деле это очень важно. Народ Божий должен заниматься Священным Писанием. И вот в конце книги Второзакония Моисей произнес благословение на колени Израилевы. И там он соединил воедино два колена, Завулона и Нефалима. Вернее, Завулона и Иссахара. Он сказал там, что Завулон там торгует, там ходит там по разным путям, там на море выходит, до Сидона торговлей занимается, а Иссахар там осел крепкий, сидит там в шатрах своих и так далее. И вот в еврейской традиции считается, что Иссахар это тот, кто сидит и читает книжки. А Завулон это тот, кто ходит и занимается всякими житейскими делами. И что у них есть некий договор между Завулоном и Иссахаром. Завулон говорит, все, что я заработаю, с тобой поделюсь. А Иссахар говорит, все, что я прочту и пойму, я тебе расскажу. Слышали? Такая, там в Библии так это точно не прописано. Там просто Моисей благословляет там колени по одному благословляет. А потом вдруг благословляет Завулона и вместе с ним приплетает Иссахара. И вот евреи что-то там так придумали. Они решили разделить обязанности. Действительно, в колене Завулонова было много торговцев. Там рядом уже побережье морское. Это, значит, Тирско-Сидонское побережье. И там корабли, и торговля, такой все движняк такой. А Иссахар такой в серединке такой сидит, такой, там не двигается. И вот они читали, думали, находили смысл закона и обогащались духовно. А эти бегали, зарабатывали, значит, там крутились, вертелись. Потом они встречались, и эти этих кормили, а эти этим рассказывали. Что они... Это такой принцип, говорит, что ты ловишь человеков, а ты лови рыбу для ловца человеков. То есть не все могут заниматься одним и тем же, но как бы нужно помогать друг другу, кто чем может. Значит, такое. И вот эти Завулоны Нефалим, там уже потом второе это коленце, повторяю, да, это напомним, что это такая языческая земля, это люди, повторяю, которых сказано было, что может ли что доброе быть вообще с этой земли. И там Господь Иисус Христос ловил рыбу на море Тивериадском, ходил по водам, умножал хлебы, произнес Нагорную проповедь, воскрешал мертвых, то он там совершил столько всяких чудесных, великих дел, что, повторяю, всему миру не вместить пишемых книг. И произнес нам первые слова своей проповеди, чтобы мы с вами имели покаяние. То, что мы в церкви сегодня, братья и сестры, означает, что мы уже покаялись на каком-то уровне. Потому что не кающиеся в церковь не ходят. Вот, например, до революции, скажем, там, или в какие-то такие времена, в которых мы не жили, можно было в церковь ходить по привычке. Ну, все идут, и я иду. Ну, как можно в церковь не ходить? Вот колокол ударил, как бы все встали, там, умылись, как бы оделись и пошли, как бы, ну, и я иду, а куда мне деваться? Все пошли, и я пошел, как бы. Но сегодня мы живем во времена одновременно благословенной, одновременно страшной свободы. Сегодня каждый может делать все, что ему хочется. Все пошли, а я не хочу, я не пойду. Не ходи, тебя никто не потащит. Или все не пошли, а я пошел, а мне надо. Так никто же не идет, а мне плевать на всех, я иду. Сейчас каждый делает то, что он хочет. Это время полной свободы. Мама в церковь идет, а папа не идет. Дети не знают, куда им с папой оставаться или с мамой идти. Там, или, как бы, значит, там папа с мамой идут, например, дети говорят, а я уже не хочу. То есть наступило. Поэтому все, кто сегодня в церкви, это все пришедшие свободно. Понимаете? Это все те, кто пришел, потому что он хочет. Я хочу. И главным мотивом прихода в церковь сегодня является, собственно, покаяние. То есть те, кто не каются, те в церковь не идут. Им там нечего делать. Они что, Христос, ты ему говоришь, Христос пришел в мир грешников спасти. Он говорит, ну пусть грешников и спасает, а я не грешник. Все. Дверь закрылась, дальше говорить не о чем. Правда? То есть, если ты говоришь... кающемуся человеку. Христос пришел в мир грешников спасти. Ты говоришь, о, мне это надо. Мне это надо, потому что я как раз грешник, мне это нужно. И я иду. То есть сегодня, в храм подчеркиваю, сегодня, в отличие от разных других времен, когда люди ходили в церковь так, на всякий случай, ну потому что надо. Ну надо. Я даже в наше время видел какую-то итальянскую кинокомедию, значит, там про какого-то чиновника. Ну, она, правда, где-то годов 70-х, 60-х. И там начальник очень верующий в какой-то конторе, и все подчиненные специально, и он перед работой на мессу ходит. И все подчиненные как бы друг перед дружкой прибегают тоже на мессу пораньше, чтобы начальник пришел и их увидел. Ну, как бы люди по разным мотивам в церковь ходят,
Но у нас сейчас этого нет вообще. Сейчас в церковь ходят только кающиеся. Только кающиеся. Только те, кому Бог нужен. И только свободно. Никого нельзя заставить. Я даже боюсь того времени, когда бы, например, людям бы, например, приплачивали за хождение в церковь. Как, например, на некоторых предприятиях поощряют здоровый образ жизни и приплачивают человека, который бросает курить, например, или ходит, например, в фитнес-зал там заниматься. Они им когда-то дают какие-то деньги там еще, пусть символические, но как бы стимулируют людей там к чему-то. Я бы очень не хотел, чтобы нам стимулировали людей к хождению в церковь, например, там, деньгами, там, каким-то снятием налогов, там, или там, доской почета, там, или прославлением по телевизору. Нам это было бы очень вредно, это было бы какое-то такое отравленная пилюля. Здесь все те, кто уже каялся, и не раз. Пришли люди, в церковь приходят с болью. Приходят, как Герасиму Заярданскому пришел занозивший лапу лев. Помните эту трогательную историю, когда хищное животное себе где-то там на какой-то шип накололо лапу, и у этого льва нарвало как бы гноем вся эта подушка лапы, и он на трех лапах искал помощи, ходил там по этой саванне, и нашел монаха. И пришел к нему на трех лапах. И он говорит, то не может бедный лев, но плакать может, и показывает ему лапу и плачет. И этот монах понял, что лев пришел, вытащил там со страхом к этому зверю, приблизился и вытащил там эту занозу, там чем мог, перемотал эту лапу. И лев остался возле этого Герасима, и так с ним жил, так и сдох на его могиле от тоски, потому что когда Герасим умер, то и лев сдох, он не мог жить без своего этого любимого человека. Ну так есть. Так вот, человек приходит церковь, как лев к Герасиму. Он говорит, даже не знает что, но у него душа болит, как бы, и он не может себе помочь. Он помочь себе не может. У него душа болит. И он приходит на трех лапах, как бы, значит, плачет и мычит, как бы, вот, мол, плохо мне. Это всем вам должно быть известно, потому что иначе в церковь не приходят. Ну, так можно зайти, полюбопытствовать, как бы так, ну, посмотреть, так, ну, да, нормально. Вот и уйти. А так, чтобы прийти и дальше приходить, то это нужно иметь покаянное сердце. То есть здесь уже все кающиеся или каявшиеся. Но это не значит, что мы перестали каяться, потому что мы дальше и продолжаем каяться. То есть покаяние открывает перед нами какую-то такую, целую такую анфиладу комнат. Как бы открыл одну, потом смотришь, там еще двери, там открываешь, там еще двери. И вот так идешь сквозь, а где же там конец, как бы, еще пока неизвестно. Но пришедшие в церковь покаянием, иначе не пришедшие, значит, люди потом открывают для себя такую странную тайну, что все, что я там как бы там поисповедовал, там покаялся, это я как бы снял верхний слой такой, ну, грязь такую снял с себя, такую явную, очевидную грязь. А оказывается, там есть еще какие-то внутренние слои, скрытые, и они постепенно открываются человеку. И нужно будет ими тоже заниматься. Есть, например, грехи нереализованные, не превратившиеся в дело, но вполне конкретно живущие в человеке как помысл, как желание, например, как страсть. Дел пока что не было, но страсть конкретная есть. А страсти, в принципе, все в человеке есть. Вот возьмите у святых отцов, там, любого из отцов, там, у Григория Великого, там, или у Игнатия Брянчанинова, там, или у Исидора Пелусиота, там, почитайте про эти страсти все там. Там гордость и все, что рождается от нее, там зависть, злоба, коварство, хитрость, там, значит, там и похоти там, всякие телесные, там что там, какие там разветвления и так далее. Это все есть в человеке. Оно могло не проявиться, оно могло заснуть, оно могло там чем-то притушиться, например, болезнями или неприятностями какими-то. И пока у тебя там много работы, много суеты, там страсти как бы не засыпают, а потом ты сел спокойно, страсти проснулись. То есть в каждом человеке все это есть, и потом покаяние открывает нам глаза на то, что у нас там полным-полно работы в середине. И мы там начинаем как-то так этой работой заниматься. Вообще-то самые важные люди Земли. Люди, которые обратили глаза зрачками внутрь и ведут наблюдение за своим сердцем. И душат там в этом, значит, все, что выросло из сердца гнилого и нехорошего. То есть ведут борьбу. Вырывают из сердца всякую дрянь, как бы. Это должны быть какие-то такие, знаете, внимательные, отдельные, тихо живущие такие, ну, что называется, исихасты такие. Такие внутренние, обращенные внутрь люди. Это удобно делать монахам, конечно. Или, в принципе, любому человеку, который способен к этому и нашел себе тихий образ жизни, когда он никуда не лезет, его никто не знает, а он занимается самым важным делом в мире. Вот я уверен, что в мире есть такие люди и много. Ну, как много?
теми там, в Москве там 5-6 таких людей есть, в Костроме штуки 2, например, там, где-нибудь там, в Ростове-на-Дону там еще там 2-3-4. То есть по миру они растете, рабы, они друг друга не знают, им друг друга, им друг до друга дела нету, им только главное, чтобы именем Божиим землю сердца своего очистить. Это все можно найти, кстати говоря, в книге Иисуса Навина и в книге Судей, о том, как Господь говорит: вот земля, которую я вам даю, возьмите ее. Только там есть 7 злых племен. Гергесеи, Евусеи, Ферезеи и т.д. Выгоняйте их беспощадно. Выгоняйте их до одного и занимайте землю. Это образное явление, которое в отношении ко мне и к вам означает следующее. Вот сердце твое. Там должен быть рай. Ибо Царство Божие внутри вас есть. Там должно быть Царство Божие, но там его нет. Там 7 злых народов живут. Там гордость, зависть, там жадность, лень, похоть, там горды, да-да-да. Вот бери и выгоняй их всех. Выгоняй беспощадно, не жалей никого. Все выгоняй, все, что можешь. Вычищай землю сердца твоего. И потом живи там, и будет тебе хорошо. Это будет твой, ну, твой внутренний рай. Вот для чего нужно читать Писание, кстати. Аскеты все, пустынники, отшельники, там, Серафим Саровский тот же, они читали Писание именно с этим настроением. Они понимали это все, относящееся ко мне. Какой-то Самсон там бьет филистимлян ослиной челюстью. Ну мне-то что? Это же не криминальная хроника. Это откровение Божие о духовной войне. Так вот, потом кающийся человек, вот мы с вами, на каком-то этапе должны будем заняться своей душой. Если мы ей не займемся, а есть большой риск, что мы так и не займемся ею, Господь сам сделает эту работу. Он сделает ее при помощи скорбей, болезней и несчастья. Людям, которые не занимаются очищением внутреннего мира, от доброй Божьей руки посылаются всякие недуги, всякие. От темени головы до подошвы ноги. Всем, чем хочешь, будешь болеть. Будут скорби, несчастья, неприятности. Будут тебя гнать, преследовать, там, звонить, угрожать, там, догонять, клеветать, шептать и так далее, под порог подсыпать. То есть будет у тебя что хочешь, и в семье, и на работе, и там, и там. Для чего? Для того, чтобы ты слезами и скорбями, болью и неприятностями очистил сердце свое. Когда человеку плохо, скажите мне, он будет смотреть, например, какой-нибудь эстрадный концерт? Нет. Ему покажется это все великой пошлятиной. Когда в доме покойник, можно включить телевизор в это время, например, на какой-то там КВН там, или там Comedy Club? Боже сохрани, это будет восприниматься как великое кощунство. Что, в доме мертвый лежит, все мысли туда или туда. В это время все это считается как бы людьми законно, считается каким-то грязью и мусором. А в остальное время как бы можно. Когда скорбит человек, он тоже все это мирское считает грязью и мусором. У него сердце болит, его сейчас ничем не утешишь. Что, ему в цирк, что ли, пойти, чтобы развеселиться? Он пойдет в цирк, он будет смотреть на этот цирк, как бы, думаешь, боже, вот это вот за это люди платят, как бы, за эту глупость, как бы. В это время ему ничего не утешает его. Заметьте себе этот закон. Если мы не будем сами очищать свое сердце, Господь будет давать нам различные скорби и болезни, чтобы наше сердце скорбями очистилось. Но только так, иначе не бывает. Вот здесь есть ответ на самом деле. И по части эпидемии, по части там, массовых заболеваний, там, по части всяких неприятностей, по части угрозы войны, по части всего остального. Не хочешь каяться? Я тебя заставлю. Ну как бы, Господи, ну не хочешь по-хорошему каяться? Я сделаю так, что ты будешь каяться. Будешь, и никуда не уйдешь от меня, от руки моей. Спустишься под море, тебя из-под моря достану. Захочешь на небо на самолете залететь, тебя сниму с неба с самолетом вместе. Куда бы ты ни, я тебя достану, ты будешь каяться. А не будешь, значит, тогда уже все, тогда закрываем эту тему, твое дело закрыто. Папку в сторону. Тогда будешь с дьяволом вместе. Он не может каяться, он не умеет каяться. Он не способен покаяться. Если ты такой же, туда иди к нему. А если можешь, то Господь сделает все, чтобы ты покаялся. Вот вторая часть, то есть мы уже здесь, мы уже каялись. Что от нас хотите, как бы мы уже покаялись. Мы покаялись в том, что мы знали. И в том, что было. Но мы еще не покаялись в том, что в нас есть, и еще не вылезло. И не покаялись в том, что может быть, а оно может быть. И вы сами знаете, как часто с человеком происходит то, чего он от себя не ожидает. Говорит, как это я такое сделал? Как я мог такое сказать? Как я мог такое сделать? Как? Ну да, мы сами себе удивляемся. Как это я такое сделал? Я же такого не хотел никогда делать. Это какое-то помрачение. Это помрачение, но это из тебя вылезло то, что ты о себе не знал. Поэтому покаяние проникает глубже.
и очищает не только то, что ты сделал, а вообще все то, что там внутри живет. А потом, друзья мои, вот те, которых мы называем святыми, они же самые кающиеся, это же самые плачущие люди. Ну вот типа там, скажем, вот преподобного Сергия, там, или там вот того же Амвросия Оптинского, там, или того же отца Серафима, это солнышко наше. Это же самые кающиеся, они же всегда считали, что они самые грешные на земле люди, потому что они уже вот в этом углублении внутрь доходили до такой великой глубины, на которой они чувствовали свое единение со всеми людьми. И тогда уже грех мира ложился на них, и они его чувствовали. И когда они приносили покаяние за себя, они в это время приносили покаяние за всего Адама. Вот так у Силуана Афонского можно почитать. То есть это уже такие великие глубины. То есть те, которых мы называем святыми, это те, которые больше всех каялись и почувствовали чужую боль как свою. И они уже молились там за мертвых, живых и нерожденных. Там, зачем Симеон Столпник на столб залез? Из покаяния. Зачем Серафим Саровский в лес ушел и на камне стоял там, значит, 3 года? Из-за покаяния. А что за грехи у него такие были, там, у Серафима Саровского? Он ни однажды девушку не поцеловал в жизни своей. Что там за грехи могли быть у него? А это уже было покаяние такое вселенское, всечеловеческое. Он уже чувствовал и тебя, и меня, и там всех остальных. И он уже приносил Богу на своих плечах, как будто всего Адама. Это уже такое христоподражательное действие. Так что покаяние не имеет конца. То есть как бы такие, ну есть такие ветреники, которые говорят, ну я уже покаялся, ну что еще хотите? Ну в принципе да, ну что еще хотите? Я уже покаялся. Но если идти дальше и глубже, то там оказывается, что это бездонная тема. Эта тема, кстати, не для исповеди. Когда бы человек, например, что выкопал из себя, побежал сразу на исповедь. Нет, это тема для внутреннего внимания и для такого аскетизма, для внутренней молитвы. И для очищения земли своего сердца. То есть оказывается, вот только один серп там, или одну мотыгу там, дал нам Господь, чтобы эту землю взрыхлить и очистить. Это вот как раз это покаяние. Такое простое слово, такое, а в нем все, что хочешь, находится. Там, как мы на литургии говорили, там и радость есть там, и неосуждение есть там, и милосердие есть там. И молитва есть там, все там в этом слове есть. И самое интересное, что сказал нам его Господь Иисус Христос, которому не в чем каяться. Вот еще что интересно. Ладно бы, когда грешник грешнику сказал «кайся», допустим, грешник из ада, как вот мы будем читать или читали, скажем, там эту притчу про богача и Лазаря. Когда богач в аду, и он переживает, чтобы братья в ад не попали. И он хочет прийти на землю, говорит, отче Аврааме, там, пошли куда-нибудь на землю, там, чтобы сказали моим братьям, чтобы они жили по-другому, чтобы не попали сюда. Если бы можно было ему пойти, он сам бы сказал. Пришел бы к братьям, говорит, братья, кайтесь, братья, любите ближних своих, братья, давайте милостыню. Уже в аду очень плохо, вам не нужно в ад попадать. Он хотел это сказать, ему этого не дали. Но если грешник грешнику говорит, не делай так, как я делал. Иначе заболеешь, в тюрьму попадешь, бедным станешь, семью потеряешь, там, короче, еще и в ад попадешь. Не делай этого, грешник грешнику, понятно? Понятно. А здесь нам говорит, покайтесь, Иисус, у которого нету никакого греха, ни семечка, ни пятнышка, ни маковой соринки. И он знает, что нас ждет, если мы не покаемся. Он прекрасно понимает, он же знает, он же будет судить, он суд свой заранее зрит, он же прекрасно понимает, кто будет справа, кто будет слева. И вот, да, справа будут те, которые покаялись по-настоящему, распялись, плоть распялись со страстьми и похотьми, а слева будут там всякие самооправдатели, специалисты составления силлогизмов, это не я, это они, я не виноват, это такое государство, это все так делали, я тоже так делал, ну и так далее, знаете, сколько можно придумать себе оправданий? Миллион. Так меня мама научила, я при советской власти родился, я вообще жил в воровском мире, значит, кругом все воровали, я тоже воровал. Короче, это все они, а не я, в общем, так звезды сложились, там я родился под знаком Скорпиона, я был очень злой и так далее и тому подобное. Все, что хочешь, они все будут слева, а справа будут рабы Божии, которые сумели принести Господу то, что нужно принести. Ну, душу свою, в конце концов. Божию Богу нужно отдать. Кесаря, кесарю кесарева, а отдавать нужно кесарю кесарева. Кому честь, честь, кому страх, страх, кому дань, дань, надо отдавать. Бог сказал отдавать, не нужно жадничать. И ругать не нужно кесаря. Кесарь есть кесарь. Ему нужно дань, страх, честь. А Божию, Богу нужно все остальное отдать. Богу нужно отдать Божию. Так что, возлюбленные, сегодня в этом коротком слове нам сказали очень важную вещь.
Ну и последнее там на прощание скажу, ну, такой афоризм такой, Исаака Сирина. Говорит, если грех пришел к тебе и поселился, пусть будет гостем и квартирантом, но не хозяином. То есть грех — это всегда злой квартирант, это не хозяин души твоей. Это не природа твоя такая, это не вечный твой сожитель. Это временно пришедший в гости на чаек, нахал, который захотел остаться и потом попросил переночевать, а потом его не выгонишь никак. Живет и не уходит. Как бы. То есть грехи ваши — это гости ваши, это не вы. Вы и грехи ваши — это разные вещи. Вы — это вы без грехов, а вы с грехами — это не вы. И я с грехами — это не я. Я — это я без грехов. Какой я должен быть? Должен. Представьте себе, человек без грехов. То есть настоящий я, настоящий ты, это настоящий ты без грехов. Поэтому выгоняйте квартирантов и вычищайте свою жилплощадь, как бы, чтобы она была чистая, как написано в книге Иисуса Навина и в книге Второзакония. Там все это все для нас написано. Вычищайте землю и овладевайте ею. Для того, чтобы не было у нас квартирантов, чтобы я был я. Потому что с грехом я — это не я. Это кто-то другой, это я плюс что-то. А без греха я — это действительно я. И вы тоже, без греха — это вы. Такое вот простое, красивое слово нам сегодня говорит благословенный Иисус Христос. Покайтесь. Аминь. Христос воскресе.